вы сможете плавить такие решетки вашим лучом, когда у вас будет достаточно мощности. Для этого вам нужно улучшить ваш луч до 128 урона. Я понял тебя, дружище, спасибо за эту новость. Теперь-то мы знаем, какая мощность луча нам нужна. А? Не понял. А где сундук? Детектор, ты меня обманываешь, что ли? Здесь должен быть где-то сундук. Я думал, он будет в ведре. Неужели его затолкали в кран? Точно. Сундук в кране. Расщепить мои булочки, как мне достать с этого долбанного крана сундук? Давай-ка вентиль попробуем повернуть. И... Хо! Чудо! Кран выплюнул черный сундук. Что же в нем? Скорость атаки мечом плюс 33. Это же я теперь... О май гад, ты глянь, как я быстро махаю руками. Теперь ни один комар ко мне не подлетит. Всех отмахаю нафиг. Здорово, братюнь. Сундучал не видел, а? Не видел. И, кстати, в этом синевеле миленько. А ты, мистер Чуд, не видел? Спасибо тебе, что вернул воду. Ребята, вы чё, я просто про сундук спросил. Так мы все теперь родственники? Аллилуйя! Спасибо. Чё здесь происходит? А я здесь новенький. Значит, мистер Чудо твой дедушка? Фиолетовые кубики, да я теперь популярен! Здорово, родственнички! Как поживать, мы же теперь родственники, да? Прости меня. Я подумаю, эй, дядь, ты до сих пор на меня обижен, что ли, или чё? Ты чё со мной не болтаешь? О, господи, дал же бог родственничков. Щекотать меня в ноздре. Где-то здесь, я прям чувствую, и детектор не должен меня подвести. Ага, пещера, еще и с подсветочкой. Секретная зона. Огромная монетка предвещает, что здесь что-то есть. Это, между прочим, и под царскими хоромами. По-любому дядька сюда что-то спрятал. Сейчас мы отыщем, что он тут прячет. Вот ты где, деревяха, спряталась. А ну-ка давай, показывай свои секретики. Регенерация здоровья плюс 5. Король, видимо, на старость лет берег. Ну, типа, чтоб потом, когда он уже будет старым хрычом, чтоб отрегениться по-быстренькому да молоденького. Эй, торгаш, у меня тут деньги появились, я хочу у тебя купить вот эту штуку. Счетчик сундуков. 33 сундука еще найти надо. О, кстати, давай с синими поболтаем. А в Красентауне действительно ничего? Миленько. А, нифига себе, это не Красенвиль, это Красентаун. А ты че скажешь, ты спас мир, и все благодаря моему мечу. Ну не совсем, у меня еще пушки есть вообще-то. Милое местечко. Еще бы, эти не царские хоромы, отделанные золотом. У нас здесь все с любовью построено. Что-то где-то детектор запиликал, смотри как. Прямо что где-то, но этот сундук мы с тобой уже открывали. Защемить мне палец, где этот сундук? Короче, я понял, он опять где-то под нами. Где-то должен быть туннель. И вот там, смотри, щели. Ну-ка. Ха-ха, как все просто, да ладно. Эта пещера даже ничем не закрыта. Максимум здоровья плюс 5. Наш лазер стал мощнее. О-о-о, теперь у него 128 урона. А это значит, что мы можем плавить металл. О-да, вот это жар. Это не раскаленный шарик, который кладут на лед. Если ты понял, о чем я. Так, а что. О! Нифига себе. Луна! Последняя луна, которая нужна мне была. Пойдем скорее вставлять. Не добежал я до лунного пьедестала. Детектор меня остановил. Ай, черт, долбаная пушка. Подглючивает периодически. Так, короче, где-то тот сундук должен быть. Ну-ка. Во-во-во-во, вот он ты. Нифига себе, как высоко. Офигеть, вот это вид. Красотища. Обзорная площадка с видом на всю песочницу. Комбо урон плюс 25. Ладно, все, погнали к нашему лунному пьедесталу. Я мчу. О, священный камень, я принес последнюю луну. О, огненный меч. Можно я возьму? Спасибо. Раскаленная сталь, джедайский меч, или как еще его назвать, ты посмотри, с какой скоростью я махаю, это же просто жесть. Я даже следить не могу. Вот это я дятел. Жесть. Ну-ка, иди сюда. Так, кажется, я голема перекинул. У меня настолько быстрые удары, что я воздушной волной поднимаю големов. Сейчас еще проверим, ну-ка.
Ты посмотри, как они подпрыгивают аж. Слушай, так я, получается, как Флэш теперь. Только Флэш весь быстрый, а у меня быстрая рука и меч. Мы находимся с тобой на поле, где встретили самого первого босса. Ну, того огромного скелета. И тут у нас... Да, ты посмотри, здесь можно пролететь по этой трубе. Точнее, внутрь трубы залететь и куда-то опуститься. Очень глубоко. Прям под землю спускаемся, слушай. Чувствую себя каким-то кротом. Опа! Нифига себе. Вот это тайник. Нормально, мы так опустились на днище. Урон пушки плюс 5. Хм. Награда, конечно, ни о чем. Для такого тайного места можно было придумать что-нибудь получше. Ну что, пойдем глянем, что там. 166 звезд. Хо. А у меня 183. Нифига себе тут. Роскошные апартаменты. Вот это квартира. Сколько здесь всяких розеток. Фиолетовый крас... Опа, чувак заперт. Ты там в заложниках, что ли, чел? Я тебя высвобожу. Наверное, как-нибудь. Mm-hmm. Давай-ка постреляем. Посмотрим, насколько они активируются. Эти розеточки. О-о-о, как мало. Буквально на 2-3 секунды активируется розеточка. Кнопки активируют прыг-панели. Здесь у нас тоже кнопка, которая активирует эту прыг-панель. А если мы сюда гранату закинем? Не, с гранаты не работает. Короче, нужно активировать разом три разные розетки. Красную, фиолетовую и желтую. Давай-ка попробуем сейчас активировать фиолетовую. Вот таким вот макаром. А, черт, не достаю. Во, сеть получается. Так, короче, все ясно. Нужно придумать, как теперь еще активировать желтую розетку. Есть у меня одна идейка. Тут у нас желтый щит, вот он. И там прыг-панель. По идее, мы стреляем в него. И патрон летит в трубу. Дальше все... О, отлично! Все, сейчас решим головоломку. Действовать, правда, нужно быстро. Активировали прыг-панель. Так, патрон летит. Нам нужно переключить прыг-панель. А не успеваем по времени. Ты посмотри на эту кнопку подбежать. Чё ж подери. А чё, если мы попробуем телепортнуться? Так, короче, вначале стреляем. Возвращаемся. Быстренько тпшимся. И не тпшится, глючная ты пушка. Почему ты меня не тпшишь? Видать из-за кнопки. Ладно, телепортер тогда рядышком поставим. Так вроде работает. Короче, выяснил, что в трубу не обязательно лезть. Можно и вот так вот пульнуть. А теперь концентрируемся. И делаем все быстро, смотри как. Красная розеточка. И последняя фиолетовая. Черт подери. Ай, слишком медленно. Надо быстрее. Еще разок. Наверное, это самая потная головоломка Супраленди, которая меня заставила реально вспотеть. Давай. Есть, наконец-то. Ух, я, наверное, 30 минут провозил с этой головоломкой. Усач, это ты? Вам не хватает навыков или предметов, чтобы решить эту загадку. Продолжайте поиски. Да ладно, у меня уже полный арсенал. Чего мне еще не хватает-то? Обрушение на силовой куб. Обрушьтесь на ваш силовой куб, чтобы создать мощный взрыв, наносящий много урона. Удобно, если вы окружены врагами. Вау, ну-ка давай затестим. Ну-ка. Ничего себе. Кстати, это же мне поможет решить одну головоломку усача. Возвращался я к усачу, и как всегда, детектор меня остановил. Ого, сколько тут копать надо, смотри-ка. Почувствуй себя майнкрафтером. Только вместо кирки у меня шустрый меч. Это мы, кстати, под домом нашего очень крутого супробольщика. Ведем раскопки. О, сундук. Что же там? А, радиус обрушения. Ну это скучно. Усач! Я пришел к тебе, чтобы решить твою загадочную эту загадку. Да ладно, у меня есть все. Неужели? Ну что ж, пойдем решим. Короче, кастуем сюда кубик. И как, прыгаем на него. Ну, наконец-то! Наконец-то мы решили эту загадку. Что же она скрывала? И это урон от обрушения. Это просто днище какое-то. О, чуваки! Чуваки! Я хочу попробовать свой кубик. Можно я протестю его? Кто-нибудь подойдите ко мне. Давай, голем, иди сюда. О-о-о! Это теперь, наверное, самое мощное оружие, которое у меня есть. У него, во-первых, очень большой радиус.
Он сразу может много монстров увалить, и причем с одного удара. Так, усач, у меня есть чудо-куб. Я думаю, что я теперь смогу решить здесь головоломку. Нам нужно туда закинуть гранату. Так, это не так-то просто. О! ТП-шимся. И... да, здесь тоже нужен был этот куб. Надеюсь, здесь что-нибудь будет очень крутое. Потому что головоломка мудреная. Где? Вася, где? Я открылась, я не вижу. Василь... а, мне, наверное, надо вначале отсюда выбраться. Где этот сундучало деревянный? Усач что-то палит. Так. И там... охотник на вулканы. О-о-о! Мне про это очень много писали комментариев. Теперь я могу просто обрушиваться на вулканы и затыкать их. Ну, конечно же, сперва мне нужно на этот вулкан кубик поставить, а потом на кубик прыгнуть. Ну, короче, ты понял, да? Чуваки, прощайте. Вот вам. Ай, да, как я это обожаю. Значит, тестируем наше новое улучшение. Прыгаем на куб. Давай, затыкайся. О, да. Наконец-то эти вулканы меня не будут бесить. Вот почему ранее я не мог их затыкать. Нужно было улучшить куб. А еще я могу вот так вот, смотри. Сразу два вулкана заткнул. Вот это мощь. Смотри, смотри, что от босса осталось. Вонючая, огроменная, зеленая какуля.